Мы сейчас находимся на выставке Organic and Natural. Кто у нас смотрит это видео, там на 45-й минуте 2023. Dubai World Trade Center, компания Essence. Компания, наверное, которая имеет какой-то, наверное, фантастический спрос, да, к вам на стенды не пробьешься, к сожалению. Иногда я пытаюсь, конечно, подойти попить бесплатный кофе. Не всегда получается, но я прекрасно понимаю, у вас, ну, у вас куча клиентов просто-напросто. Расскажите про ваш опыт участия. Да, у вас впервые вы сейчас выезжаете, насколько я знаю, на выставку. Мы с вами работаем от самого начала до самого вот текущей секунды. Расскажите, наверное, коротко, да, о том опыте, который вы сейчас уже получили, во-первых. И о тех перспективах и наработках, которые у вас уже появились. Хорошо. Я пойду пока попью ваши напитки вкусные. Хорошо. Первый раз мы выставляемся на международной выставке. Мы стартап, который существует с 2019 года, который получил награду от правительства Российской Федерации за новую разработку в сфере напитков. То есть мы сухие смеси для приготовления кофе, чая и лимонадов. Соответственно, наш первый опыт показал очень хорошие результаты на международной выставке. У нас было очень много людей, огромное количество людей интересовались. Про нас говорят, что это как-то бомбезная новая вещь, которая взорвет этот рынок. Порядка 118 человек ежедневно мы получали контактов. У нас сейчас планируется, остаемся еще на неделю, мы планируем встречи, которые уже заключили два контракта. Это было буквально уже сегодня. Вот, поэтому мы остаемся еще для того, чтобы сделать проработки для наших новых клиентов. Вот, поэтому могу сказать, что да, участвовать на выставке стоит, знакомиться с международными партнерами стоит. Действительно, открыты очень к участию, готовы пробовать что-то новое. Дубай – это действительно площадка, которая очень такая драйвовая, молодежная. Даже я бы сказала, что такая вот открытая к чему-то новому. Ну, это очень круто. Поэтому эмоции самые лучшие. Спасибо за организацию, что не оставляли нас в течение всего этого времени. Поэтому большой респект и уважение. Так, сейчас я... Давайте я поближу. У вас напитки, во-первых, очень вкусные. А во-вторых, у нас просто камера настроена так, чтобы... чтобы угол не заваливался, да, поэтому нам тяжело просто показать этот напиток. Выглядит реально просто бомба. У нас сомнений, честно говоря, никаких и не было по поводу того, как у вас будет проходить выставка. Напомню, что ради вас мы передвинули целый российский павильон. Я тоже говорю на полном серьезе, мы стояли не здесь. Но когда вы пришли, мы посмотрели с коллегами и говорим: так, двигаем павильон. Потому что эти ребята должны стоять прямо напротив VIP-лаунжа. VIP-лаунж можно вот показать, пока мы разговариваем, да, параллельно просто, что это такое, чтобы было понимание. То есть VIP-лаунж – это самая центральная точка на выставке. И, соответственно, здесь компания у нас находится Essence, которая дает, в принципе, всем напитки. Да. У нас, знаете, что организаторы, я вам по секрету скажу, попросили, говорят: слушайте, у вас, говорит, конечно, все понятно, говорит, с этой компанией, но, говорит, они нам не будут, говорит, тут сейчас рынок кафешек наших портить. Мы говорим: ребята, мы постараемся сделать так, чтобы они не забрали весь рынок, а дозированно выдавали напитки. И мы видим, какая у вас очередь из клиентов. У вас, ну, реально сотни просто посетителей, наверное, сотни компаний ежедневно приходят. Я вот краем уха услышал, пока ходил взять напиток, что вы успели заключить контракты на выставке. Это я вам скажу, что прям, ну, реально из какой-то области фантастики, потому что это документы и прочие все истории. Вот, поэтому молодцы, что вы успеваете, ну, все это успеть проработать. Напомню, что мы находимся здесь для вас. По любым вопросам, которые у вас будут связаны с консолидацией, мы готовы будем для всех ваших клиентов, я уже вашим коллегам об этом говорил, но тем не менее еще разок напомню, что я знаю прекрасно, какое количество сейчас у вас заказов вы уже собрали. Ну, это десятки просто заказов. Поэтому для того, чтобы вам упростить сейчас жизнь, вы можете собирать заказы, заявки от всех этих клиентов, консолидированно нам отправлять. И мы будем доставлять каждому вашему клиенту здесь, в Эмиратах или в любой другой стране Ближнего Востока, консолидировать платежи и вам делать уже одну единую транзакцию. Для вас это будет, ну, наверное, более удобно. Отлично, у меня уже есть задание. Буквально час, и я вам все отправляю. Да, я просто понимаю прекрасно, как, скорее всего, вот эта история выглядит. Я поэтому просто решил напомнить, потому что ваши коллеги уже задавали эти вопросы. Поэтому смотрите, один платеж для вас проходит, для вас это удобно. Одна экспортная поставка. И мы, соответственно, закрываем всех ваших клиентов, которых вы нашли здесь на выставке. Поэтому можете сейчас в течение нескольких дней финализировать объемы, цены, номенклатуру, возвращаться, давать документы. Мы подаем ее на регистрацию в муниципалитет.
4-6 недель, как мы с вами проговаривали, на вашу продукцию. И 4-6, да, будет зависеть от того, что у вас сейчас готово. Да, то есть мы вам покажем, что нужно будет нанести, какую информацию надо будет указать на упаковке и так далее. Да, все эти моменты мы вам поможем пройти. После этого консолидируем, отправляем и поздравляем вас с выходом на рынок. Спасибо большое, очень приятно. И плюс ко всему, помимо всего прочего, в обмен на все ваши вкусные напитки мы вам даем вот эту красивую бумажечку, распечатанную цветом принтере. Надеемся, что она будет вашей такой стартовой точкой. Азамату отдельное тоже спасибо. Азамат – это тот человек, который всегда при подготовке к выставке был с невозмутимым лицом, но мы не знали, что у Азамата происходит внутри. И плюс ко всему, он нас еще поил кофе. Поэтому, Азамат, спасибо большое. Да, пожалуйста. Всех поздравляем. С кем-то фоткаемся или вас сфоткать? Да, нас сфоткать. Давайте мы вас сфоткаем. Смотрите. Я не против. Екатерина, сфоткайте нас, да? У вас есть вторая? Если вторая у кого-то рука есть? Да. Так, окей. Тогда, давай, где мой напиток? Вот этот? Вот это мой? Так, у нас просто прямой эфир. Спасибо еще раз. Да нет, ну это на самом деле это непростая работа, да, это может показаться, что все такие счастливые, довольные. Я представляю, просто целый день, просто с утра до ночи просто на ногах, куча общения, да. Вот это, на полном серьезе, да, просто когда реально просто стоишь целый день на ногах, еще и общаешься там реально с сотнями людей, и всем одно и то же объяснять без остановки, тем более, что вашего продукта, ну, аналога на рынке пока не существует. Каждому нужно это все объяснить. Я представляю просто, сколько это занимает энергии. Но мы вас прекрасно понимаем, как вы знаете. Поэтому вам желаем успехов, удачи. Мы всегда с вами по любым вопросам на связи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пока.